Тамбовчанка разместила объявление о продаже мобильного телефона на одной из профильных интернет-площадок. На него откликнулся мужчина, с которым они договорились о встрече у дворца спорта «Кристалл». Покупатель расплатился с девушкой 3000-тысячными купюрами. Тот факт, что банкноты поддельные, она обнаружила на следующий день в магазине и тут же обратилась в полицию. Тамбовчанка описала правоохранителям одежду и приметы покупателя. В результате грамотно проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий личность сбычников фальшивых была установлена. Им оказался 24-летний житель города Воронежа. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. За изготовление и сбыт поддельных купюр предусмотрено лишение свободы до 12 лет и штраф до 1 миллиона рублей. УМВД напоминает, что при обнаружении фальшивок нельзя пытаться их сбыть, а нужно сразу обратиться в полицию.